На мой взгляд, это бесполезно, потому что у нас власть образовалась как клановое государство. Потому что у власти стоят у нас не только Путин, Медведев или там лица какие-то. У нас стоит структура, которая является наследником КГБ. А ФСБ — это огромная структура, она выстроена очень грамотно, умными людьми. Поэтому выходи, не выходи на свои марши, ничего ты сделать не сделаешь. А то, что марши эти полезны, да, полезны, потому что это выражение гражданского какого-то мнения, хотя бы и меньшинством, что не так все хорошо, не так все верят, что санкции нам кто-то навязал. А многие, оказывается, сомневаются и думают, что это мы их сделали сами искусственно. Мы к этому пришли. И вот это выражение мнения, оно нужно. То же самое сбор вопросов к Владимиру Владимировичу. Когда их там миллионы, по ним можно очень хорошо посмотреть срез общества. Вот и все. Поэтому я никак не участвую в этом бесполезном достаточно деле. Потому что я не уверен, что меня услышит Навальный, придя к власти. И уж точно не Каспаров. А кто сейчас там в лидерах? Касьянов, что ли? Это тот самый Касьянов, у которого дачки там были в Нарублевке. И сейчас он демократ, и он сейчас борется с олигархами. Я, например, этих людей не считаю достойными поменять сегодняшнюю власть на себя. Ну и что я буду участвовать в этом? Я просто готов предложить, еще раз говорю, любой власти, конкретный, рассчитанный, смоделированный на компьютере способ вывода экономики на совершенно другие рубежи. Естественно, функционируя в глобальном экономическом пространстве, не отделяя себя от остального мира.